Доброе утро, друзья. Собрался на выставку, но у нас такой ливень всю ночь шел, что я даже не знаю, что из этого получится. И вот сейчас сильно идет. Вот, без 15, без 25. Ехать 90 километров. Так что такие дела. Будет выставка, не будет. Прогноз показывает, что дождь до 6 утра, там до 7. У нас до 9 показывает, Нижнегорский, до 6 утра дождь. Но он такой с перерывами всю ночь. Воды поналивало, блядь, целую кучу. Так что будем надеяться. Ну все, пока, до следующего включения. Почем крысы? Почем крысы? Почем? Смотри, какие. Сейчас. Ну, просто интересно. Гляну. А что, не знаешь? Говорят. Оно еще есть вот люди. Фух, вот другой раз. Вроде у ветерок, все. Финиш, а нихуя не видно. Или долбение, или все, блядь. Ну я к мужике указал. Ты же не вырвал, и так. Копки бросил. Я кто их нема. Если кто напарил, то он выйдет. И вот пары другой раз, блядь. Кидаю, кидаю. Да нет, блядь. Или долбение, или все, блядь. Где проса? Едет, едет. Едет? Там же книжки берешь, что уже читаешь. И все, блядь. Морду отъел, не влазит. Улыбнись.
Это Васин. Повтори, Алик, повтори. Повтори тоже. Мне нравится, что Разовые щетки почем? Так, эти любой коэффициент. Ну они и сколько им? Здесь возможно взрослые, ага. А молодые месяца 5 где-то пара. Ну да, уже полиняли. А фишера? Любовь купить можно. Что? Ага. И тот тоже. Вот 700. А здесь какая-то часть уже продана из-за этого. Понятно. А что у них вот с головами у троих? Ну, не знаю, я сам недавно начал заниматься. Поэтому... Но они в вольере летали или в клетке были? В вольере. Нет, что-то нездоровое. Вот несколько штучек вот такие попали. Как эпилепсия. Ну да, вот перепуганные. Вот, между прочим, вольер я так не замечал. Да, оно было и надо. Решил погулять. Бежал. А здесь вот широкая эта. Солик, ничего, у меня как-то волнистик. Здесь дырочка сбоку была, отсюда вылетела, а здесь хорошо клетка с волной была. Она чик-чик-чик и по клетке лазит. Ну, молоденький был, я такой хлоп его поймал. Я видел, когда Феодосия тоже, мужик идет, держит клетку, одно упало. И они там летают в клетке, одна нету. Мы говорим, ну, поставил, давай искать. Повезло мужику. Да, а он только накупил себе. Ну что, ты что-то нашел? Прошел. Только наречник хотел взять. А нету в этом году. Он там вот есть уже по 100 рублей, говорит, банк. Ну нету в этом году, поэтому по 100 рублей. Где у тебя твоя птичка? Вот всего надо. Что такого? А вести нечего. Да. Серьезно. Она выводила. Я их вывел. Сдал летом, приезжали, там холодильники. По нормальной цене все стало. А я тут было в клетке. Пару лет вообще не садил. Так сидели, потом пацан взял, короче, гнезд наставил, они как нам на, повыводили. А это как всегда. Ну, он не знает, что с ними делать. Да вот что. Что, ожерелка? Давай,
серебристые? Серебристые, помню, или как? И сколько? Там не ледопад. Что репила? Репила что? Это я не продаю. Ну вообще, а? Почем брал? Вот, вот здесь. А репила почем? Здесь. Репилка что? Еще голубка. Тут один репил уже. Ну да, так. Я сейчас пойду кофе куплю. Да,
Саша! Мне подарили. Мне не нравится. Я все понял. Это ваши? Забирай. Все. Ну что? Ну вот, друзья, прошла выставка, едем домой. Погода распогодилась, солнышко стало, дождик кончился, начало расцветать, дождик кончился. Сейчас солнышко, где-то 13 градусов, тепло. Ну, людей мало было, конечно, чуть-чуть поснимал, так что покажу, поставлю что-нибудь. Кросса взял 200 килограмм красного. Так что, ну так, птичку брали. Волна 150-200. Разела 2000-3000. Неразлучники 500-600.
Карела полторы оптом забирали, всю сразу. Вся, что была. Проса красная 20 было, человек привез. И рапс по 20 тоже. Хоть на банку, хоть на мешок по килограмму. В мешке 50 килограмм. Так что. Канаречная. Канаречная семя 100 рублей. Литровая банка подорожала. Тут стою в Желябоке возле оптового рынка овощного. Ну, в принципе, что еще? Наверное, уже до Нового года выставок не будет. Но если будет, будет информация, тогда объявим. Так думаю, что больше не будет. Канарейки поют. Канарейки, самки от 500 до 1000. Самцы 2500-3. Амадина много было, не спрашивал почем, но много. Никто их не брал, тех амадинов. Ну, такое, как всегда, голуби, гуси, куры. Много всего было, только. Кому надо, тот выбирал, брал. Кому не надо, ходили, спрашивали, смотрели. Ну и все на этом. Всем пока, всего хорошего.